Привет всем, мои хорошие. Сегодня хочу с вами поговорить об одном вопросе, который мне задали на форум Spring. В принципе, актуальная такая тема, как я понимаю, сегодня на YouTube. Меня спросили: Нина, что случилось с блогерами? Почему все закрывают как-то каналы или говорят о том, что нас обижают, нам в комментарии пишут какие-то гадости, все такое. То есть создают видео под названиями о негативе на YouTube и такое все прочее. Что я вам хочу сказать? Вы знаете, что у меня когда-то тоже были такие видео, причем не просто были, а я их намеренно создавала временными, чтобы решить какой-то данный конкретный конфликт. Да, вы помните какие-то странные вещи, которые происходили, что барышня писала моему мужу в личку на каких-то там одноклассниках, когда, слушайте, ну что-то такое вообще бред, то есть уже, знаете, какие-то стрёмные моменты такие были. Ну, в принципе, у всех, я думаю, такие бывали, у блогеров. И так происходит в жизни блогера, что он постоянно растет, да, в этом смысле, то есть получает постоянно подобного рода комментарии, и кто-то настолько сильно несчастлив по этому поводу, что даже снимает по этому поводу видео. Как я, например, была тогда, и как, например, сейчас вы замечаете это у блогеров. Я хочу сказать, что я никогда больше, конечно, такие видео снимать не буду относительно негатива на YouTube, рассказывать вам о том, как это все ужасно, какие мы несчастные блогеры, как нас мучают и как вообще это ужасно так снимать видео, чтобы получать такие комментарии. То есть все это на самом деле под большим вопросом. Почему? Мне не приходят такие комментарии. Вы, мои подписчики, настолько классно реагируйте на все, что бы я ни делала, начиная от стрижки, покраски, ошибках, макияжа там, и, в принципе, весь мой процесс такого, знаете, как становления и роста, да, карьерного относительно именно визажиста, да, то, что я не вижу этого негатива, его нет. На самом деле, я могу поговорить с вами о позитиве на YouTube, я могу с вами поговорить о том, что я получаю самые замечательные комментарии, я получаю от вас отдачу очень сильную, да, то есть вот ту любовь, которую я вкладываю в это видео, я ее чувствую, что вы ее чувствуете, и я вижу, что вы ее возвращаете, знаете, то есть как бы это не односторонняя такая вот энергетика, да, грубо говоря, если можно так сказать, а если вы верите в энергетику, вот это все. Те мысли, эмоции, которые вы показываете мне в своих комментариях, это лучшая награда за то, что я делаю, да. Это настолько прекрасно, настолько тепло, это настолько замечательный опыт, это настолько дает много энергии, позитива, это настолько много дает мне вдохновения для того, чтобы снимать дальше, и не только снимать. В принципе, получив ваши комментарии с утра, да, на почту, это заряд просто какой-то энергии и счастья на весь день. И я не думаю, что это может что-то омрачить, какой-то комментарий. А, да, у меня нет негативных комментариев, как я вам уже говорила. И я вам скажу, что, ну, если вот это видео смотрит какой-то блогер, да, у тебя тоже на канале нет негативных комментариев на самом деле, да. Дело в том, что у нас есть такая особенность, как у человека, мы плохое запоминаем сильнее, чем хорошее. Но на самом деле, вы же ведь понимаете, что мы для чего это снимаем все. Для хорошего, да, в принципе, там, за мир во всем мире, так, да, то есть для какого-то добра, для какого-то позитива, для себя и для других. Поэтому обратите внимание, на ваших каналах тоже нет негатива. И если это происходит только на моем канале, то вам я этого желаю точно так же, чтобы всегда все ваши подписчики любили вас очень сильно, так же, как и вы любите их. Вы обязательно почувствуете эту отдачу рано или поздно, и она будет вас заряжать, и вы будете становиться добрее, теплее, милее и все такое. Да? То есть даже по себе я чувствую вот этот рост, когда то есть отношение к людям, которые пишут там 2 года назад, допустим, да, 1.5 года назад, 1 год назад и сейчас, оно у меня растет однозначно. В каждом видео я чувствую, что я становлюсь теплее, добрее, как-то мягче, таким вот теплым, мягким маслицем, которое с радостью как-то окутывает и обволакивает, да, вот такое вот чувство прекрасное. Я очень хочу верить, что у вас это чувство также растет пропорционально моему. В принципе, не то, что я хочу верить, я знаю, что так оно и есть, я вижу это по нашему общению, да. Пусть в вашей жизни всегда будет максимальное количество добра, тепла, уюта, позитива, всего-всего самого-самого хорошего, самого светлого, самого доброго, что только, в принципе, можно придумать. Всех люблю, друзья. До встречи, пока.